Котоблох. Пойдем с Асеной прогуляемся. Хочется поваляться. Не подходит ни одно место. Побежали. Побежали, дальше погуляем. Нужно все быстренько рассмотреть. Очень приятный солнечный денек. Гулять нам комфортно. Идем на свои злачные места. Здесь мы очень часто охотимся на мышек. Но, к сожалению, сейчас там лежит снег. И Ася точно туда не пойдет. Рассматриваем поближе. Некак пройти. Рассматриваем все с интересом. К нам подтянулся чук. Он единственный пошел за нами гулять. Голый попа у него после операции. Скоро уже все зарастет. Двигаемся дальше. Наш манеж. Смотрим манеж. Там кто-то с лошадкой занимается. Думаем, двигаться в манеж или идти в другое место. Чук. Чук тоже думает. Он очень часто и много думает. Мы решили двигаться на плац. А Чук решил пойти в манеж. Направляемся на свое охотничье место. Самое любимое наше место. Преодолеваем преграду в виде забора. Еще одна преграда в виде снега. Асена в раздумьях, прыгать или есть возможность где-нибудь обойти. Придется таки прыгать. Не такая уж и крутая преграда. Быстренько взбираемся вверх. Двигаемся к пастухам. У Асены есть там любимый пастух. За нами двигается Чук. Быстренько пытается нас догнать, насколько это возможно. Зачем прыгать, если можно перейти? А вот дальше придется прыгать. Высокая сухая трава. И Чука взлетает, отрываясь от земли, светя своим голым попом. Потеряли Асену. Где она? Хвост. Красавица Прима гуляет в Леваде. Наблюдает за нашей тусовкой. Чук, как всегда, нюхает травку, рассматривает цветочки, ищет козявок. И небо голубое. Асена уверенно продолжает двигаться в сторону пастуха. Прима думает, кто такие, куда идут. Чука догоняет, Чука обгоняет. Интересно, куда он сам направляется. А Асена задумалась, не залезть ли ей на столб. Не стоит, забираем ее на руки. К столбу подключен пастух. Мы уже достаточно погуляли и можно возвращаться домой.